Выставка ВДТВ изжила себя и естественным образом трансформировалась в первую международную выставку высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Так считают в Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области. ВТА пройдет в регионе с августа по октябрь этого года. Ключевым экспонатом, разумеется, станет вездеход «Арктика». Заказы на мирную технику растут год от года. Правда, большим перспективам мешает не меньшая проблема. Какая, сегодня узнала Марина Бугрова. Нержавеющий металл в руках Александра Мугака находится каждый день. Уже 6 лет слесарь со стажем создает для мощного вездехода «Арктика» подводы к выхлопной трубе. Работа кропотливая и ответственная, заработок хороший. Вот только передать опыт мечтает не только простой рабочий Александр Михайлович. Кадровая проблема на предприятии налицо. Нет молодых специалистов и конструкторов. Желающих работать в центре готовы обучать, как целевиков. Главный конструктор, идейный вдохновитель предприятия, разработчик «Арктики», выходец из военно-промышленного комплекса и, наконец, создатель танка Т-80 Василий Георгиевич Мамонтов. Старейший работник готов часами рассказывать о своем детище. На интервью с журналистами нет времени. Сейчас важная встреча с потенциальными заказчиками. «Арктика» год от года становится все больше востребованной. Мы таких машин имеем возможность выпустить 14 машин в год на данной площади. Если есть необходимость, мы можем увеличить производство. Вы видите, рядом у нас есть тут свободные площади. «Арктика» сегодня заинтересована не только на Крайнем Севере, в труднодоступных районах или местах с вечной мерзлотой. И если на Чукотке, Ямале, в Якутии и Красноярском крае уже знают о работе омских вездеходов, то в таких странах, как Канада, Китай, Казахстан, только готовятся сделать заказы. При транспортировке нефти или добыче газа хорошее плавучее средство просто незаменимо. А аналогов ведь нет. Омский регион как самый промышленно развитый регион в Сибири. Это действительно так. Оборонка очень сильная и так далее. Он был базой, базовым городом для выпуска продукции, необходимой для наших газодобывающих, вообще для добывающих компаний именно с севера. Сегодня серийно строятся только 3 модели вездехода на самоходной подушке. Они рассчитаны на разное количество пассажиров. Но безупречный транспорт для бездорожья, способный двигаться до 120 км в час и подниматься на уклон до 22 градусов, совершенствуются. На предприятии думают и о создании малых вездеходов. В разработке заказы для арктических войск Минобороны. «Арктика», которая сегодня работает на воде, снегу и земле, разве что только не умеет летать. Но, возможно, над этим и будет думать уже новое поколение. А пока... Эти вполне комфортабельные вездеходы уже через неделю, 6 апреля, отправятся в Якутию. Они будут служить на полюсе холода. На Крайнем Севере Омская Арктика в очередной раз докажет свои универсальные возможности. Марина Бугрова, Александр Филиппов, Антенна 7.